Здравствуйте, ребятушки, девчачки, с вами, как вы уже поняли, дядя Саша. Решил, значит, я закинуть свое знаменитое сохранение по вызову зомби-лосей в новую тестовую сборку. Думал, пофиксили зомби-лосей. Как мы видим, зомби-лоси продолжают жить, поживать и зомби-лосиного добра наживать. Ничего с ними не делается, они по-прежнему дохлые и бегущие. Уж не знаю, какие там баги разработчики пофиксили, но баг с зомби-лосем живее всех живых. Вот, тут еще Миша на огонек заходил, но я его, как вы видели, хедшотнул. К сожалению, не записывал я это, просто играл. Я стоял у зомби-лося вот тут, а Миша он оттуда выгребал, и я такой стрельнул в него. А он взял и упал замертво. Миша по-прежнему дохнет на ура. Без проблем. Так что вот, что мы имеем. Зомби-лось, бегущий на фоне туши бурого, точнее, черного медведя. Печально все, печально. Баги присутствуют. Единственное, что появилось новое, это дымок из ноздрей у Миши. А это я вам сейчас все покажу. Дымок из ноздрей у Миши. У Миши появился дымок из ноздрей. Добавили пар. Ну, пар в смысле. Не то чтобы дымок, а так даже пожару, не туда себе, а так даже, пожалуй, просто пар. Ну, типа Миша дышит, выдыхает, он же большой зверь. Вот, а с зомби-лосем все нормально. Кстати, есть небольшой баг. Я вот это сохранение закичку, и лось сразу не появляется. Вот мы выходим отсюда. Я что, присел, что ли? Вообще у меня лось вот тут обычно, когда я вот так выхожу, хлобысь, вот оттуда у нас лось. А фигушки, лося тут нету. И как же нам его получить? А нам надо вон туда отойти. Отходим, отходим, отходим. Еще отходим, отходим, отходим. Еще отходим, отходим, отходим. Еще. И сейчас хлобысь и появится зомби-лось. Мы обернемся, а он идет. Ну, в смысле, о, все, появился, пожалуйста. Вот он, вдруг откуда ни возьмись, появился зомби-лось. Такие вот делишки, ребятушки, девчишки. Зомби-лось стал багованный, сразу не появляется. Пофиксили, значит, много багов, да? Отлично, ребят, вы поработали. Лось-зомби-лось стал вообще багованным. Ищ багованнее, чем был. Ну, это я его не убил. Сейчас я вам медведя покажу. Это пусть пока дымится, бегает. Кровь, кстати, из него опять не течет по-прежнему. Кровотечение ему не добавили. Ну, типа, он такой крутой, что никакая кровь из него не течет. А зачем действительно из него какая-то кровь будет течь? Глупость тоже. Так, где у нас Мишаня? Покажите мне Мишаня. Я вам покажу, что добавили нового. У Мишани пар теперь идет. У Мишани идет пар. Выглядит так, как будто Мишаня решил покурить чего-то. Чего-то покурить. Так, он у нас обычно вот отсюда выползает. Обычно да. Как сейчас будет, не знаю. Должен быть здесь. Так, ищем. Да, тестовая версия, Левчик. Показываю, что нового добавили. У Миши идет пар из носа. Новое это пар из носа. Тихо. Он что, на меня агрится? Погоди, тут где-то лось. Где ты орешь-то? Я Мишу показываю. Тут ты хочешь вмешаться. Ты хочешь вмешаться в мое показывание Миши? Лось? Иди отсюда. Да, лось. А Миша вон, я вижу. Миша вон, я его вижу. Сейчас ну, добавили по мелочам, текстурки поменяли кое-какие, анимацию битвы с волком добавили, руки теперь в одежде, они голые. У Миши, говорю, пар из носа, смотри, вот видишь Мишу? Вот видишь, у него что-то белое, вот видишь, что-то белое у него на морде. Это пар у него, вот видите, видите, ребяточки, девчаточки, у Миши пар идет из носа. Это значит холодно очень. И пар идет из носа, поэтому. В последний момент успел Мишу выстрелить, но не завалил его. И пар из носа плохо виден. И вот. Что, что? Ну, может, еще какие-то мелочевки. Ну, они там говорят, движок Unity. Unity движок новой игре сделали. Вот, а баги на нем остались старые. И пофиксили какие-то баги. Не знаю, какие баги они пофиксили. Если лось как был, зомби-лось. О, у меня пистолет не берется. Вот пистолет не берется, его надо бросать. Чтобы он стал браться, прицел. Потому что прицел не наводится. Чего они пофиксили? Какие баги, я не знаю. Это кто такой звук издал? О, как будто волк.
Миш, куда ты убегаешь? Дай я в тебя стрельну. Пока зомби-лось отсутствует, дай я в тебя стрельну. А что значит зомби? А, ну ты пропустил, только что был в начале видоса. Да лось, когда не подыхает, а продолжает бежать. Ну, может, сейчас получится. Ладно, пошли к зомби-лосю. Миша вроде нейтрализован. Пошли поищем лося. Его когда с ракетниц убиваешь, он не подыхает. Ну, в смысле как, он так-то мертвый считается в игре. Но анимация бега у него сохраняется, он дальше бежит. Ну, сейчас попробуем, может, мы его получим. Может, мы его добудем. Короче, ничего никто не пофиксил. Или пофиксил что-то не то. Так, лось, где ты есть? Где тебя теперь найти? А, вон ты, вижу. Вижу. Ходишь, припадаешь на колени. Кстати, вот он вообще ракета в нем погасла. Подыхать он не собирается. Ходит такой себе, ходит. Вот, на меня агрится зачем-то. Зачем-то на меня агрится. Где он есть, кстати, я его не вижу. А, вон вижу. А, вижу. Беги прямо. О, морду получил. Но не подох. Получил, но... Его можно догнать. Не, его не догонишь. Он же лось. Ты чё, как можно лося догнать? У него уже 4 ноги. Он ими раз, два, три, 4. А у нас 2 ноги. Мы ими раз, два. Мы же медленнее бежим. Так что не догонишь его нифига. Как уже 3? Это стрим. Не догонишь его нифига этого. А что, мы уже половину? Это не ваше. Это чужое. Так, ждем лося. Лось, приходи сюда, будем делать зомби-лося из тебя. Леве надо показать. Лева зомби-лося не видел ни разу. Живого. Живого зомби-лося ни разу не видел. Надо продемонстрировать пацану живого зомби-лося. Хоть прям Хинтерланду лично пиши. Хинтерланду у дяди Саши. Пофиксите, пожалуйста, зомби-лося. Мне страшно с него снимать шкуру. Он живой, как с него снимать шкуру. А, вон он идет. Ну что ж, всем тем, кто отдал свою душу ветру. Не, это не то. Всем тем, кто не видел ни одного видео про зомби-лося, ни стрима, посвящается зомби-лось секонд. То бишь следующий. Ты на меня что ли бежишь или так просто? А, у меня прицел опять не берется. Так, к счастью, мимо совершенно пробегаешь, да? К счастью, ты мимо пробегаешь. А это что? Это ты, ну... Это что? Погоди, где он? Ты добавил себе эти ракеты? Ну, естественно, это же испытание было. Я добавил для эксперимента на зомби-лосе. Опять не подох. Когда же мы добудем этого прекрасного зомби-лосика? Давай, ко мне. Иди на голос, я здесь. О, опять пистолет не берется. Гля, вообще, вот этот баг, что с пистолетом-то никто не пофиксил, что он не берется-то? Мы, говорит, пофиксили много багов. Да ничего вы не пофиксили. Вы, по-моему, вообще нас обманули. Это вообще не обнова. Это вообще лажа какая-то. Вы нас обманули. Я протестую, это не обновление. Это издевательство было. Какое это обновление вообще? Пусть бы они добавили беретту. Какую беретту? Вы что, стрелять? Беретту 93R, которая очередями палит. Я бы не отказался с удлиненным магазином на 20 патронов. Патрон 9/18 парабеллум. Или беретта 92. Да, где беретта 92, неинтересно. Вот беретта 93R, это самое то. И где он есть? А, вон он. Его легко узнать по розово-красному свечению. Ты ко мне бежишь, не? Ах, ты промахнулся. Опа, на, тихо. А у меня как раз сейчас пистолет не берется. Не, я так не играю. У меня перестал браться пистолет. Не, ну что такое? Почему пистолет? Прицел не срабатывает. На правую кнопку жмешь, а хренушки лысого. Ну что это за баг такой? А им кто-нибудь писал? Ребят, вы им писали про это? Напишите. Товарищи из Хинтерленда, вы достали своим сигнальным пистолетом. Мы не можем с него стрелять. А это что? Это все. Это эпик фейл. Это никакое не испытание. Это издевательство над зомби-лосем. И надо мной заодно. Так, ну что ж, лося нет.
Чтобы его увидеть, как вы знаете, нам надо куда-то дойти, до определенного места. И потом он хобана появится. А может, он за домом стоит? Может, мне просто... Это просто я туплю? Может, он просто за домом стоит? Может, у хинтерлендовцев-то все нормально, а дядя Саша тупит просто. Просто тупит дядя Саша. Это его нормальное состояние. Как бы он сейчас за спиной сразу не материализовался, этот прекрасный лось. Нет, дядя Саша, конечно, тупит, безусловно, но не сейчас. Ну, в смысле, и сейчас, но не по поводу того, что лося нет. Чё ж такое происходит, а? Ну, появился уже, не? Не, еще надо отойти. Это я случайно обнаружил такой способ появления лося. Я ходил по локации, загрузил сохранение, ходил по локации, думаю, ну и куда делся мой лось? Все, лося нет, думаю. Ну, наверное, обновление такое. Лось не должен быть на АЗС, подумал я. Подумал я, типа, умный дядя Саша. Подумал, ну что, значит, лося нет на АЗС. Ну, наверное, нет его на АЗС. Да, конечно, убрали. Он тут мешается. Ага, убрали. Убрали его нормальное появление. Теперь его надо еще вызывать. О, появился, вот он. Или он за тем домом был? Вот я не пойму, где он был. А мы по следам сейчас узнаем, откуда он пришел. Мы сейчас увидели, где мы его первый раз... Увидели, где его первый раз... Закрыто? Как закрыто? А, закрыто? Да ладно. Получите, распишитесь. Так, он шел откуда-то отсюда. Где его копыта тут следы оставили? О, вот он откуда появился. Лось начался ровно здесь. Понятно, это мои следы. Лосиных тут нету. Лось начался ровно здесь, вот тут. Просто из воздуха материализовался. Неплохо, неплохо. Но хотя, в принципе, это нормально. В Зелундарке давно так зверье появляется просто из воздуха. Волки вообще огромные любители появляться из воздуха. Почему бы лосю не появляться из воздуха? Чем он хуже? А я понял, что они исправили. Они дали ему возможность появляться из воздуха. Вот они что пофиксили. Пофиксили баг, что он не мог появляться из воздуха. Молодцы, молодцы. Браво, браво, браво. 5 баллов. Теперь список обновлений. Теперь лось тоже может появляться из воздуха. Угу, учтем. А то раньше было так неудобно, лось не появлялся из воздуха. Теперь наконец-то он начал появляться из воздуха. Это такое удобство, когда лось появляется из воздуха. Особенно, если сзади он появляется в 2 шагах. Это вообще класс. Куда ты делся, батя? В хате. Кот ушел, а? Куда-то ушел, но обещал вернуться. Сейчас он откуда-нибудь выгребет. Пистолет еще пока работает. Он почему-то после нескольких выстрелов перестает работать. Не сразу. Да. А что самое обидное, ноускопом из него стрелять нельзя, только прицелившись. Так бы фиг с ним он не прицеливается, хотя бы просто можно было стрельнуть, отпугнуть. Ого, так кто так страшно воет? Так фиг там, не прицелишься, не прицелишься. Так, ну и где ты есть? Где ж ты, мой лось, ходишь голову склоня? А, вон он ты. Ну иди сюда, что ли, брат. Брат ты мой рогатый. Не брат ты мне, рожа рогатая. Что главное, что характерно, обнаглели. Ракета в нем погасла. Он жив-здоров, как огурчик, травку щиплет. Снег лежит, очевидно. Травки тут, в принципе, нету. Беги сюда, беги на голос, я здесь. О, ты зигзагами бежишь, это мое любимое. Люблю, когда лоси бегают зигзагами. И волки тоже, когда зигзагами бегают, еще больше люблю. Так, дохнуть он не собирается пока что. О, где-то уже поверху скачет. О, Миша где-то рядом. Ой, тихо-тихо-тихо, где-то рядом Миша фырчит. Слышу Мишу. Слышу где-то Миша. Как-то зафырчал-то. Так, тут Миша с одной стороны, с другой стороны лось, не желающий дохнуть раньше времени положено. Так, лось, ты мимо, да? О, пистолет не берется, отлично. А тут Миша подоспел. А пистолет уже не прицеливается. Красота. Красота.
А может, можно просто инвентарь открыть и взять и закрыть? Может, он после этого возьмется? Может, не обязательно его так бросать? Сейчас попробуем просто инвентарь открыть. От грусти и печали выстрелим в Мишу. Где он, кстати? Я уже его потерял. А, вот он. Так, чё там орёшь? Чуть-чуть повыше. Чуть-чуть повыше. Ух ты, ребятушки, вот это выстрел вы застали, а вам необычайно повезло. Вы наконец-то увидели этот знаменитый хедшот медведя с ракетницы. Вы видели, как ракеточка летела? По настильной траектории, по дуге, аккурат ему в носик попало. Он сказал «рррр» и откопытился. А вот зомби-лось откопытиваться не желает. Он желает бегать, светиться, бить копытами. О, у меня незаряженный пистолет был, это класс, это класс. Ох, вот между деревьев мне сейчас будет трудно на вас охотиться. Вы какими-то крайними зигзагами побежите, я прям подозреваю. А, не, ровно бежите. Бежите-то вы ровно. Только толку от этого никакого. Я так по горе за тобой не могу, как ты побежал. У меня таких способностей нету. Не развиты такие способности у меня. Так, Миша догорает в бурьяне, застреленной ракетой, а лось неубиенный бегает. Миша, извини, ничего личного. Чисто эксперимент. Эксперимент по тому, насколько хорошо были исправлены все баги в тестовой сборке 1.22.3.4.53.0. Вообще шикарно исправлены все баги. Просто я никогда не видел, чтобы настолько хорошо исправляли все баги. Ну, видел один раз. В предыдущей сборке. Там тоже хорошо исправили. Но в этой-то вообще прекрасно исправили. Еще лучше, чем в предыдущей. Так, где лось? Где лось? Так, это волк. Лоси вроде пока у нас еще не воют. Хотя, думаю, скоро начнут. Странно, что он вообще мычит. Он куда-то сюда убегал, но он, скорее всего, уже спустился вниз. Ну ладно, мы еще его поищем. Поищем его сейчас. Так что добавили пару плакатов на ГЭС. Что-то, по-моему, изменили цвет машины, Илюха говорил. Вот. Кружку шиповника сделали другой. Анимацию рук, когда бьешь волка в рукопашную. Угу. И дымок из носа Мишани добавили. Ну, вы видели, да? А, хотя сейчас нельзя было хорошо рассмотреть дымок. Мишаня как-то было далековато. Надо к нему поближе подойти. А может, тепло уже стало? А, ну, не, тепло-то мне. А так-то температура какая у нас? Температура. Минус 13, в принципе. Тихо, где ты есть? Где ты есть-то? Я тебя не вижу. Откуда сейчас будет атака? А, вот откуда атака. Получите, распишитесь. Нам не жалко. Вот, дымок из медвежьей пасти добавили, из ноздрей. И вот так нам не хватало в жизни. Как у меня проблемы в жизни начались. О, пистолет не берется. Отлично, инвентарь. А теперь берется? О, теперь берется. А, надо просто инвентарь открыть, закрыть. Дядя Саш, ты глупый старый болван. Не надо было его кидать на снег. Его достаточно просто инвентарь открыть, закрыть. Давай. Давай. А я не против. А я совершенно не против. А я совершенно не против. Я совершенно не против, брат, чтоб ты на меня сказал му. Я только за. Давай уже превратись в зомби-лося. А чё ты так далеко бегаешь, а? Не пристало таким смелым рогатым коровам так бегать и топать копытами. Так, похоже, перестал бегать. А, вон он стоит, вижу. Ну давай на ровный участок выходи, вот здесь мы с тобой. Вот здесь мы с тобой схлестнемся. Давай. Чего ты передумал, что ли? Давай, я здесь. Давай, давай. Давай, 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 давай. Угу. Пистолет-то у меня хоть заряжен. Вот в упор получил в тыкву. Вообще, мне говорили, надо ему стрелять в шею.
Я вообще как бы пытаюсь, конечно, но у меня что-то получается все. Надо в шею сейчас стрельнуть. Давай сейчас пониже будем держать. А то в лоб-то, конечно, лосю-то пробить тяжело. Лосю в лоб лося пробить тяжело. У него там кость толстая. Ух ты! Попал! Ха-ха-ха! Только толку никакого в этом нет. Он все равно не помрет. Он все равно не помрет. Так, что у нас? Ночь, что ли, приближается? Как-то потемнело. Сейчас погода, наверное, испортится. Слишком долго я на лося охочусь. А, вон, с той ты стороны выбежал. Может, перестанешь уже бегать? Может быть, хватит уже бегать? Может, уже делом займемся? Так. Я здесь. Я здесь. Товарищ. Товарищ лось, я здесь. Не могли бы вы ко мне подойти? Могли бы. Какой вы молодец. О! Зомби-лось. Медведь меня. Укуси меня, пчела. Зомби-лось. Пофиксенный. Улучшенный, редуксированный зомби-лось. Левчик ушел, я хотел ему зомби-лося показать. Хоть зови. Ну, хотя бы там видос может посмотреть. Куда бежишь? Ты же дохлый уже и замерз на 1%. О, он меня подбрасывает, что ли? Что-то я не пойму. Да. Кто прыгает? Не. Да, он меня подбрасывает. Странно. Как он меня... О, я на лосе. О, я на лосе стою. Гляньте. Блянь, что делается? Я на лосе стою. Уникальный случай. Нам удалось оседлать лося. Усталость забыта, копыта стучат. Нормально. Ты-ты-интер-ты-ты-дым-ты-тым-трын-тын-тым. И нет нам покоя. Ну что? Помчали. Так, у меня появился свой личный зомби-лось. Я его приручил. Прирученный зомби-лось. Да красота какая, а. Слышь, шеф, тормози. Шеф, моя остановка. Остановись. Не хочет остановиться. Да, вот так вот стоим на зомби-лосе. Такого я еще не видел. Может, все-таки мы... Довези, шеф, к медведю, к Мишане. Шеф, к Мишане. Он ему плохо, его поднять надо. Шеф, к Мишане. У Мишани, походу, 23-й начал отмечать раньше времени. Надо его подобрать. Отвезти человека. Дай ему хоть подсвечу путь. Мишаня! Мишаня, короче, смотри, сюда надо идти, о, указываю путь. О, Мишаня, ко мне, иди на свет. Вот, первая ракета. Так, сейчас вторая будет. Мишаня, Мишаня, иди на свет. Мишаня, иди на свет, вот сюда, вот сюда. О, вторая ракета. Так, о, а тут мы, короче, с пацаном. С зомби-лосем. Так, зомби-лось погас. Мишаня, иди на свет. Вот, третья ракета. Вот так и найдешь ко мне путь. А тут увидишь и нас. Мы скачем, короче, как ни в чем. Ого! Он мне еще и лодыжку вывихнул. Нормально. Глянь, скотина какая, а. Зомби-лось вывихнул мне лодыжку. Ты смотри, что делается, а. До чего дошли баги в этой игре? Они нормальным людям вывихивают своими зомболосями лодыжки. Эх, жаль, тебя топором нельзя зарубить, а? Взял бы тебя и зарубил, вот, ножом. Почему нельзя ножом тебя зарубить? А, нет, тебя можно, конечно, разделать. Вот так взять и разделать. Слушай, а костер на тебя развести можно? Вот так вот, когда я на тебе стою? Не то. Вот так на тебе еще сверху развести костер нельзя? Нельзя, да? Ай, жаль. Ай, жаль, что нельзя на тебе костер развести. Я бы не отказался развести на тебе костер. Так, ладно, на тебе, допустим, нельзя. Ну, пошли чуть-чуть вперед пройдем. Сейчас опять нам лодыжку растянет. Гля, он нас подбрасывает реально. Хотя пройти сквозь него можно, он прозрачный. Родео, лосиное родео. Я знаю, как я назову это видео. Оно будет называться «Лосиное родео». Ужас-то какой. Супер, супер работа над исправлением багов. Я скачу на лосе. На замороженном на 12% лосе. Ребятушки мои, девчатушки, я скачу. Ой, заряди.
Брат, может, ты остановишься все-таки, а? Может быть, ты все-таки остановишься? Шеф, остановись, мы приехали. Хватит, хватит, мы приехали. Смотри, вот наша станция, вон АЗС наша, мы там живем. Вон, смотри, я покажу, мы там живем. Вот смотри, вон там мы живем. В АЗС-не. О, я в нее практически в крышу и попал. Ну, смотри, какой снайпер, попал в крышу. Так, ладно, это все, конечно, было бы хорошо, если бы не было так печально. Лосиную Родео бывало, конечно, и поинтересней. Но таким интересным оно не было никогда. Ну что, ребятушки, девчатушки, спасибо огромное всем, кто смотрел. Кстати, кто это смотрит в первый раз, вы же можете на меня подписаться и увидеть еще массу таких забавных мероприятий из игры под названием Zelon Dark. Благо, разработчики скучать особо не дают. Я думаю, такой фигни, как Лосиное Родео, они сами от себя не ожидали. Но все-таки они его создали. Все-таки мы это сделали. Yes, 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 Лосиное Родео, наконец-то. Братцы, нам оно удалось. Так что подписывайтесь на дядю Сашу, и будет вам счастье. Так, всем, кто жаждал сегодня стрима, сообщаю, что стрим будет завтра, 23 февраля. Февраля! Приходите все и поздравляйте дядю Сашу с 23 февраля и друг друга, естественно, тоже. Все, засим я с вами прощаюсь. До скорых встреч, ребятушки и девчатушки. А, не, кстати, еще в группу ВКонтакте зайдите, если до сих пор не зашли. И вступите в нее тоже, если до сих пор не вступили. Там обсуждение идет, какую игру мне играть помимо Zelon Dark. Примите в нем участие, выкажите свою волю. Во что бы еще дядя Саша поиграть, кроме Zelon Dark? Короче, лось, ты мне надоел, я с тебя слезаю. Я с тебе слезаю. Ух, как подбрасывает, а? Куда бежишь? А как я на тебя вообще залез? Я не понимаю, как мне удалось на тебя залезть? Это как-то случайно произошло. А, вот, к попе надо подойти, ты сам меня подбросишь. Я понял. О, ты сам меня подбросил. Ну что, давайте мы проведем такую фишку. Уж такого не сделать-то нельзя, нельзя такого не сделать. Давайте мы его четвертанем. Сейчас он под нами исчезнет. Разделываем зомби-лося, скача на нем. Скача на нем. Все. О, я даже приземлился. Я все-таки был в воздухе. Супер. Наконец-то смог этот безумный топот ног. И такая приятная легкость во всем теле образовалась. Ну, теперь уже точно что-то губы заплетаются. Теперь уже точно пока. До скорых встреч. О, точно, надо пойти пожрать. Желудок кушать просит. Увидимся на стриме завтра, 23 февраля.